Известный артист и основатель легендарной группы «Дос Мухасан» Мурат Кусаинов голосовал сегодня на избирательном участке номер 262 в Алматы. Он подчеркнул, что эти выборы отличаются большей демократичностью. В списках кандидатов представлено немало молодежи. Это радует, говорит избиратель. Наш народ имеет полное право быть счастливым. У нас огромная территория, ее надо осваивать. И это предстоит сделать молодежи. Наше будущее в ее руках. Поэтому надо поддерживать молодых. Они должны быть представлены во всех ветвях власти, в том числе в парламенте.